найти эту истину. И сейчас все мои практики я интегрировала с ключом. Хотя многие элементы я делала просто на уровне интуиции, но я не понимала, почему это так круто работает. Сегодня я вам хочу спросить вас, девчонок особенно, кто присутствует. Скажите, пожалуйста, бывает такое, что вот утром проснулась, и вот так подходишь к зеркалу, боже, что это за женщина, где мои глаза, да, где тут это вот помятое личико, подушка отпечаталась, лицо серое, какие-то мешки вдруг под глазами. Было же такое? Если да, просто махните, потому что я сама такая, я такая же просыпаюсь. Если вы думаете, что я просыпаюсь такой, как вы меня сейчас видите, это неправда. Я иногда себя просто в зеркале могу не узнавать. А после того, как я перенесла тяжелейший ковид и ужасные вот эти вот побочные эффекты от него, я выглядела просто как засушенная мумия. Я не могла набрать вес. Ну, в общем, не хочу о негативе говорить, я хочу поговорить о позитиве. Ключ вы можете интегрировать в любую сферу своей жизни. Отношения, внутренний личный баланс, потому что все зависит от того, что у вас вот здесь. Чтобы у вас не было этой тревожности, того, что вас гложет этот червячок, вот я не такая, вот у меня не такие глаза, не такие уши, там носогубки, морщинки, седина. Оно нас гложет, это создает стресс и напряжение, о чем говорит Хосе Магомедович. Я была в очень сильном напряжении, и в этот момент я поняла, что мое лицо просто сжимается в такой вот кулак, и я не могу разжать зубы, я не могу разжать губы. То есть я делаю упражнение, оно так на какое-то время помогает, а потом опять. Почему? Потому что эмоции такие, да, плохие, негативные, страшные эмоции, они, конечно, все это портили. Я придумывала упражнения для расслабления мимических привычек, для избавления от них. Они работали, и они работают, но они для обычных людей просто сложные. Ну, то есть я пока объясню, что такое осознанное управление мимикой, человек уже и забыл, что я вначале говорила, потому что сложно. Ключ помогает это сделать вот так очень быстро и освободить вас от этих блоков, и, соответственно, ваше лицо будет выглядеть совершенно по-другому.